Традиционно в конце лета в муниципалитете проходят Дни поселков, а завершает их уже в сентябре День Ленинского городского округа и города Видное. На этот раз праздник отметили в рабочем поселке Новодрожжино. День поселения – это уже традиция, это однозначно. Это когда собираются люди, независимо от того, чем они занимаются, какое у них вероисповедание, и вместе они отдыхают. Поэтому я считаю, что уже можно говорить о традиции. Около эстрадной площадки, что находится на берегу Дрожжинского пруда, собрались жители микрорайона, чтобы весело провести время вместе. Для них была подготовлена развлекательная программа с выступлением артистов, а самых маленьких гостей праздника ждали мастер-классы от местной библиотеки и волонтеров. Наши волонтеры сегодня, чтобы устроить праздник, выступали, танцевали в игровой программе, в ростовые куклы, ну и проводят мастер-класс. Во время мероприятия благодарностями главы были награждены трудящиеся поселка, делающие жизнь в нем чище и комфортнее. Антонина Ильина работает в МБУ благоустройства. Мы летом косим, мусор убираем, собираем. И в выходные мы тоже выходим, только не вся бригада, а по очереди. А зимой мы на страже уборки снега. Праздничной атмосферой остались довольны участники народных гуляний всех возрастов. Классно то, что ребенку 6 лет, и здесь все для того, чтобы ребенок хорошо провел время. Сладкую вату поели, раскрасили котика, украсили его, ну дочь украсила, сейчас плетет из бисера браслет. Вот. Классно проводим вечер. Для меня как будто бы в молодости, как будто бы я была на утренниках своих детей. А теперь у меня уже правнуки. Очень весело. Со сцены жители Новодрожжино поздравляли творческие коллективы муниципалитета. Самое большое впечатление произвели артисты цирка, иллюзионисты Эдуард и Екатерина Гелизаровы. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.